Банка хлоп, оп, а там джин. Три желания и свобода. Верь мне, я же гений. Первое. В первый день я получил собственное кафе. Второе. Для себя и для друзей свой бассейн. Но банка упала. В песок попала. И отказала. На три. Одни нули. Джин старался, но облажался. Третье желание выдай. И я на свободу выйду. Верь мне, я же гений. Зигги и Диего. Телохранитель. Звездные новости. Сэма Сахару с восторгом встретили фаны на премьере его последнего хита «Завернутый». А звезда Рита Ван Хамп, по слухам, ищет себе нового телохранителя. Телохранитель для Риты какой псих, согласится. Прикинь, у меня есть опыт. Если я сохранил этот плакат с Ритой, то настоящая наймет меня. За нечего делать. Пошел прочь от Риты! Попробуй этим. Спасибо. Согласись, Диего, эта работа не для тебя. Не для меня? Телохранители бесстрашные, жесткие парни, обученные справляться с любой угрозой одним пальцем. Мой герой, одно лишь третье желание, и ты станешь моим настоящим телохранителем. Рита, для тебя что угодно. Ты прелесть. Ну, я жду. Я желаю стать телохранителем Риты. Сила, приди, пусть Диего станет телохранителем, а меня освободи. Инструкция для снаряжения. Снаряжение будет выслано отдельно. Все для настоящего телохранителя. Стальные бицепсы. И официальное удостоверение телохранителя. С таким снаряжением я не пропаду. Настоящий телохранитель никому не доверяет и говорит в рукав при любой возможности. Диего на связи. Повторяю, Диего на связи. Веду наблюдение. Конец. Бицепсы опять съехали. И вот из этого журнальчика, который я нашел у тебя под матрасом, мы знаем, что Рита сейчас занята в фильме про шпионов в нашей пустыне. Эй, не торопись. Сначала приготовься. Ты должен ее покорить. А как?
Тебе нужно спасти ее от какой-нибудь опасности. Вот тогда она точно возьмет тебя в телохранители. Но где же взять опасность? Устроим землетрясение! Я спасу ее! Обошлось. Хотя я мог пострадать. Скажу тебе, съемочная площадка – очень опасное место. Диего, там пожар! Диего на связи, повторяю. Диего, горим, горим! Соберись, это твой шанс спасти Риту. Давай. Я спасу ее! Макияж! Зиги, ну и где же твой хваленый ураганный ветер? Уже даю! Зиги! Опять вы! Рита меня так никогда не заметит. Да, здесь нужно что-то покруче. Придумал! Я устрою похищение, а ты ее спасешь. Верь мне, я гений! Всем-всем-всем! Рита Ван Хамп получает приз! Я готова. Приз? Приз! А где же поклонники? Я здесь! Я здесь! Должно быть, урезали бюджет. Я хочу поблагодарить... Что здесь происходит? Наконец-то я похитил мировую звезду Риту Ван Хамп! На помощь! Спасите! Меня похитил какой-то иностранец! Разве что Диего, супертелохранитель, мог бы тебя спасти. Помогите! Кто-то упомянул мое имя? Так это ты, подлый похититель. Вот тебе! Ты оскорбил мою любимую актрису. Получай! Быстрей! Не бойся, я все устрою!
Неаккуратно. Ты спас меня. Это мой долг. Так я принят. Еще миг, и я свободен. Куда? Вашим телохранителем. Телохранитель для охраны 6000 пар моих туфелек. Дорогой, я охотно доверю вам свою жизнь, но не свою обувь. Макияж! Ты спасла мне жизнь и сделала красивым. Этот миг я не забуду никогда. Рита, вы нашли охранника для вашей огромной коллекции обуви? Конечно. Но самая настоящая сенсация – мое недавнее похищение. И это станет сюжетом моего нового фильма. Рита, я обожаю тебя издалека. Не ревнуй, дорогая. У тебя есть все, что мне нужно. Красота, причем неувидаемая. Музыка. Музыка.